27 сентября в Императорском зале Казанского федерального университета состоялась публичная лекция президента Паулу Коэлю в Агитале Первого. Ваш ректор и ваши научные сотрудники, они пытались для меня довести всю перспективу совместной работы между университетом и компанией «Лукойл». Я надеюсь, что они довели, потому что здесь находятся руководители компании, и что мы, конечно, сейчас рассмотрим возможности, чтобы «Лукойл Инжиниринг», крупная инжиниринговая компания, могла бы проработать совместные проекты вместе с Казанским университетом. На открытии лекции присутствовал ректор Казанского университета Ильшат Гафуров и госсоветник Республики Татарстан Ментимер Шаймиев. Направление, которое мы выбрали в качестве приоритета, это нефть и нефтехимия, оно является достаточно междисциплинарным, поэтому на каждом факультете, в каждом институте у нас есть подразделения, которые работают в этом направлении. Казанский университет имеет давние связи с инновационной компанией РИТЭ, входящей в ПАО «Лукойл». Когда эту компанию создавали, мы создавали специально, чтобы эта компания занималась инновационными методами и их внедрением в парке компании «Лукойл». Вот обычно вузы взаимодействуют с этой инновационной точкой. Стоит отметить, что в университете рассматривается возможность создания в вузе центра повышения квалификации сотрудников «Лукойла». На выступлении главы нефтяной компании присутствовали студенты естественно-научных направлений и профессорско-преподавательский состав. Диана Шилова, Леонард Влетьяров, Универньюз.